Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дамы и господа, и сегодня Echo LE2S засветился на шпионских снимках. Ранее в этом году появились слухи, что в новых моделях iPhone компания Apple изменит форму антенн, сместив их к верхней и нижней граням, чтобы они были более незаметными. Эту идею подхватила китайская компания Meizu, выпустив флагманский смартфон Meizu 6 Pro. Похоже, что такое решение пришлось по вкусу еще одному китайскому производителю. Согласно новым шпионским фотографиям, еще не анонсированным Echo LE2S, пластиковые полосы для антенн будут располагаться на стыках задней стороны с верхней и нижней гранями. В черном цвете их вовсе практически не видно. Также снимки демонстрируют, что вспышка будет располагаться под объективом основной камеры, а еще ниже будет находиться отверстие под сканер отпечатка пальцев. На нижней грани смартфона можно увидеть перфорацию для динамика и микрофона, а также вырез под разъем Type-C. Стандартного 3,5 мм аудиовыхода, как и в других флагманах LE-ECO. В LE-2S не будет. Ожидается, что LE-ECO LE-2S будет доступен в нескольких модификациях. Топовая версия получит 5,5-дюймовый Full HD дисплей, новый процессор Snapdragon 821 с тактовой частотой 2,4 ГГц, целых 8 ГБ оперативной памяти, 16-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. Работать смартфон будет на Android 6.0.1 Marshmallow с фирменной оболочкой LE-ECO.